Всех приветствую, хочу сообщить вам о выходе нового интервью. Наши интервью посвящены общению с людьми будущего. Это те люди, у которых можно чему-то ценному научиться. Это те люди, которые прошли интересный жизненный путь. Это те люди, которые могут являться для нас примером и строить свое будущее здесь и сейчас, в настоящем. Сегодняшний разговор посвящен теме благосостояния. Часто бывает так, что мы работаем ради денег, но наша работа не приносит нам счастья. Как заниматься делом, которое приносит тебе одновременно и радость, и достаток? Как, живя в социуме, находиться в гармонии с внутренним и внешним миром? Какую роль финансы играют в деятельности любого, в том числе этичного проекта? Чем заниматься, когда денег очень много, и чем заниматься, когда денег нет? Об этом мы поговорим сегодня в интервью с Михаилом Мелеховым. Михаил Мелехов – организатор и руководитель центра «Сан-Гейтс» в Чикаго. Путешественник, публицист, автор статей о духовном развитии человека, его предназначении и карме. Автор репортажей и статей о спиритуальном госпитале Бразилия. Неоднократно бывал в Бразилии, в Индии, где изучал аюрведу, джотиш, хиромантию, нумерологию. Имеет посвящение в трансцендентальную медитацию, организатор телемостов в Чикаго с Россией, Украиной и Израилем. Тесно сотрудничает с такими известными центрами, как Пурана, Атма, Благода, Сатва и другие. Организатор радиоцентра «Сан-Гейтс» в 2011 и 2012 годах регулярно проводил радиопрограммы в Чикаго. С 2013 года автор и ведущий радиопрограммы «Культура неподвластной времени». В июне 2014 года открыл образовательный интернет-портал радиоцентра «Сан-Гейтс». Сегодня также вы узнаете об одном из интересных способов гармонизации финансовой сферы. Интересного интервью и пишите вопросы Михаилу под этим видео. Приветствую, Михаил. Радостно снова связаться через такое длительное расстояние между нами. Мы все-таки находим время для общения, для живого взаимодействия. И расстояние на самом деле не чувствуется. Как будто мы с вами общаемся вживую, через периодически созваниваемся, общаемся, дружим. И ну, для меня, честно, большое счастье общаться с такими интересными людьми, как вы. Возможно, делиться вместе с какими-то знаниями, перенимать очень интересный опыт. И в прошлый раз мы с вами записали очень интересное интервью относительно духовного развития, духовного пути, который у каждого из нас происходит в течение нашей жизни, и о котором вы рассказали, какой духовный путь был в вашей жизни. Мы затронули интересные моменты того, как, собственно, не бояться идти по духовному пути, как откликаться на какие-то сигналы жизни, которые нам рассказывают, показывают, да, какие-то пути и направления, как находить учителей, как открывать свой внутренний мир, свою внутреннюю духовность. И наши участники, я уверен, оценили и послушали, ознакомились с этим материалом. И помимо духовного роста, помимо тематики духовного и личностного роста, мы также затрагивали и также понимаем, что есть еще тема социального взаимодействия. То есть когда мы занимаемся духовным развитием, мы духовным развитием своим стараемся заниматься зачастую, проживая в городе, в городских условиях, живя в социуме. И зачастую возникает такой конфликт. Когда человек хочет заниматься духовно, он понимает, что ну, вот в духовном мире есть определенные цели, задачи. И эти цели, задачи зачастую не состыкуются с социальностью, с социальным проявлением, с физическим миром. И мы тоже на эту тему говорили. Вопрос, наверное, вот сегодняшняя тема, которую мы с вами хотим затронуть, она будет касаться благосостояния человека, человека духовно развивающегося, в хороших, да, аспектах, в хорошем понимании этой фразы. Но причем как духовно развиваясь, иметь благосостояние в физическом мире, в социуме, как найти этот баланс, как, возможно, заниматься какими-то своими этичными проектами, как с помощью социального проявления помогать себе
развиваться духовно, чтобы не было такой фразы, как говорится, да, как вы также в прошлый раз говорили, что-то такое умный, там, духовный, но такой бедный, да. Давайте я предлагаю затронуть сегодня эту тему. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете на эту тему, на что можно людям узнать, и, может быть, поделитесь своим опытом, как вы эти вопросы решали, находили ответы и к чему вы в результате пришли. Хорошо. Ну, во-первых, добрый день, Дамир. Добрый день, дорогие друзья, те, кто нас слушает и те, кто нас будут слушать. Правильно, все справедливо. У нас на самом деле существует не одна сторона жизни, и так как мы знаем, что мы состоим не только из этого физического тела, а мы еще состоим еще из нескольких, будем говорить, энергетических тел, а внутри вообще находятся и дух, и душа. То, что называется body, mind and spirit, или тело, ум, душа. Если мы говорим о духовном мире, то не все, вообще-то говоря, готовы, скажем, уже вознестись. И на самом деле существуют ступеньки вот этого вознесения, ступеньки перехода. Ну, а также мы знаем, что, к сожалению, этот мир, в котором мы все живем, мир материальный, он не предназначен для счастья. К сожалению, так написано в текстах о том, что это мир страданий. И основной причиной этих страданий – это наше тело. Почему? Потому что тело болеет, тело стареет, тело чего-то хочет. Наше материальное желание, наш ум, ум отличается от разума, и мы все время чего-то хотим. Поэтому, скажем, Будда, если мы говорим о Будде, то в 35 лет, когда он стал вознесенным, просветленным, все-таки 45 лет он обучал людей, как функционировать в этом теле, в этом мире. И это было действительно очень серьезное учение. Я лично посещал несколько раз такой ретрит. Называется Випассана. Вот где на этом ретрите Будда учил через своих учителей, как надо именно правильно функционировать. То есть как надо избежать этих страданий и этого attachment по-английски, этой привязанности и того, чего мы все время чего-то как-то хотим. Но если мы говорим о материальном мире, то в нем хотелось бы еще, ко всему прочему, быть успешным. Почему? Потому что если мы не успешны в чем-то, в одной из наших, скажем, body, mind и spirit, в одной из этих частей, тогда идет разбалансированность и на всех уровнях. И поэтому человек, скорее всего, вряд ли ему продвинуться по пути духовному удастся. Потому что если, опять же, если он несчастен, если у него нет возможности, если он все время чем-то озабочен, в том числе наличием отсутствия или отсутствием наличия денег, то тогда, конечно, у него идет блокировка и сознания, и энергии. То есть она не направлена, энергия туда, куда она должна быть направлена. Поэтому благосостояние, естественно, имеет очень и очень серьезное на нас влияние и очень серьезный аспект нашего целостного существования. Поэтому у меня есть один очень хороший знакомый, и он мне как-то рассказал, я не помню, если в первой части нашего с вами интервью мы об этом говорили, но он сказал так, когда-то как-то духовный учитель, а он живет практически в духовном мире, хотя, конечно, в социуме находится, но все его устремления — это туда, в духовный мир, то, что называется бхакти-йога. Так вот, его духовный учитель, он у него спросил вот что. Ответ на вопрос, что для тебя более важно, чем ты должен концентрироваться, на материальном или на духовном, божественном? А он совершенно четко знает, а его учитель, естественно, гуру, он живет только в духовном мире, и других вариантов просто нет. И он всех, естественно, своих учеников этому обучает. Ну, ответ очевиден. Ну, конечно, я буду концентрироваться на духовном. И он был очень удивлен, когда его учитель сказал, это не так, это неправильно. Он спросил, как?
Гуру Махарадж, как это может быть такое? Он ему отвечает: ты должен концентрироваться на бизнесе сегодня. Он спрашивает, почему? Как же, вы же учите? Он ему отвечает: но это неотъемлемая часть нашего существования. Если ты, мой дорогой, находишься в ашраме, если ты находишься в Гималаях, в пещере, ну тогда тебе ничего не надо. Но если ты все-таки находишься в большом городе, а город называется Чикаго, и ты там выполняешь какие-то свои функции члена общества, то ты должен и жить по законам социума. А ну, так получилось, что у нас все является бизнесом. То есть бизнес 2 есть как бы трактовки этого слова. Busy от слова занятость, и бизнес от слова получение каких-то вложений, получение какого-то права. И поэтому ты должен в первую очередь на это концентрироваться, иначе у тебя и здесь ничего не будет, и ты не сможешь медитировать, ты не сможешь концентрироваться на том, чего ты хочешь добиться, поскольку у тебя постоянно сидит, вот тут вот висит на тебе твои проблемы финансовые. Хватает ли тебе денег на твое проживание, на оплату твоих биллов, на оплату, ну, суд, моргидж, машины и так далее. В конце концов, на твоих детей, поскольку вот на той территории, где я сейчас проживаю уже достаточно давно, ну, в основном, как считается так, что работают, взрослые работают для того, чтобы потом дети поступили в колледж. То есть они каким-то образом пытаются сэкономить деньги, чтобы им дать, для того, чтобы они поступили в колледж. Дальше мы углубляемся далеко, а для чего поступаем в колледж и вообще, что это такое. Но, в общем-то, такой пространный, скажем там, ответ на ваш такой, вроде бы, такой простой вопрос. Вот у меня такой.